Всем здоровья! Сегодня 14 декабря, и сегодня мы будем стратифицировать каркас западный. Ну, каркас западный — это такое большое дерево, долго живет. Вот у него плоды такие, ягодки. Пришли мне из Краснодарского края. Спасибо Алене. Они, в принципе, съедобные должны быть. А вот. Ну да. Интересно, кисленькие такие. Значит, тут примерно штучек 20. Давайте я их сначала почищу. Потом вам их покажу. Но план такой. Вот я их положу на стратификацию вот в этот мешочек с песком, с влажный. А как часть, штучки 4, посажу вот в эту баночку, тоже в холод, но сразу в грунт. Так, ну а сначала давайте я их съем и почищу. Кисленькие, прям как я люблю. Так, ну что, я попробовал, покушал плоды каркаса западного. Вот, признаюсь, вкус мне понравился. Но впервые я его ем, съел все 20 плодов. Но если вы смотрите это видео, значит, со мной ничего не случилось. Единственное, почему мы, ну, по крайней мере, я никогда о нем не слышал, о такой еде, как каркас ягодный, потому что в нем очень мало в плоде мякоти. Там все место занимает косточка. Видите, какая она огромная. То есть, и шкурка. То есть, мякоти там совсем мало. Меньше, чем в черемухе, я вам скажу. Черемухой как-то можно наесться, а здесь вообще мякоти. Поэтому его, видимо, и не применяют в пищу, потому что еды-то в нем и нет. Ну, как специи, может, как что-то еще. Но мне очень захотелось посадить, иметь такое дерево, к тому же, ну, долгожитель там. И хочу, чтобы оно выросло. Так, ну, давайте, вот 4 косточки. Я посажу в грунт. Там у меня слишком много влаги сейчас. Я сверху еще присыплю тогда сухим торфом, чтобы не было такой жижи. Но это я вам показывать не буду, поверьте мне на слово. Сейчас я присыплю еще немножко сухим торфом. Значит, ну вот там, видите, у меня дырочки лишние, хоть и вытекает. Видите, лужа стоит. Но долго она будет вытекать. И вот здесь наклеечка, каркас. И дата 14. Значит, ну и остальное сейчас положу вот в этот пакетик. С песком. Так, значит, сейчас посчитаем. Должно было быть 20 штук всего. Кожица твердая. Вот это. Так, 3. 4. Родина, по-моему, у этой штуки Китай. 7. Ну, если вы вдруг не знаете, надеюсь, вы слышали. 10. Да, 16 штучек. Того было ровно 20. Что-то еще интересного я про него вычитал. Но давайте, не буду вам все рассказывать. Читайте сами. Не слишком он декоративен, но большое, красивое, ветроустойчивое дерево. Вот что еще я вспомнил. То есть, применение ему можно найти. Так вот. И то, и другое я сейчас помещаю в холод, в холодильник. Подробного описания, как стратифицировать, я нигде не нашел, но написано, что очень долго нужно это делать. Поэтому буду посматривать на эти ростки, на эти. Я думаю, что до весны мы с вами насчет каркаса западного не встретимся. Значит, до весны. Сегодня уже аж 31 июля, лето в разгаре, уже даже скоро закончится. Значит, сколько получается в холодильнике пролежало? 7,5 месяцев. Ну, ладно, так получилось. Все-таки надо посадить наш каркасик обязательно. Мне пока еще не удавалось. Вот видите, его тут среди песка, правда, плохо видно, но он крупный. Так что я его все равно найду. В такую емкость
Грунт универсальный. Сейчас покажу одну, как я сделаю. Просто вот так присыплю. Так, поближе давайте. По максимуму насыпаю, чтобы эта емкость маленькая не пересохла. И увлажню, и все, теперь уже поставлю на окно в тепло. Его все равно, когда он зайдет, конечно, он к осени не успеет у нас подрасти. В планах оставить его проращиваться еще на зиму до состояния, ну, до года, почти до года. Поэтому ничего страшного. Конечно, ему света будет не хватать немножко. Ну, в общем, вот так вот все сделаю и поставлю на окно. Надеюсь, что все прорастет. Ну, все не все, но прорастет. И обязательно я вам уже это покажу. Так что до встречи. Пока-пока. Сегодня 6 августа. Поливал все свои семена, открыл каркас, и батюшки два росточка появились. Ну все, я теперь его полил, то есть прошла неделя всего, получается, даже меньше. И вот так теперь открою и поставлю открытым на окно. Пусть теперь растет и радуется на свету. Ну и я обязательно вам покажу, как это все будет происходить. Сегодня 12 августа. Прошло 12 дней с момента посадки нашего каркасика. И вот так он дружно зашел, растет. Если я не ошибаюсь, 10 штук. А нет, 11 даже. 12. Ну, в общем, молодец. Сейчас поставлю ближе к солнышку его, к окошку. Будем расти. Обязательно вам покажу. До встречи. Сегодня 10 сентября. Прошел еще месяц. Каркас наш выглядит великолепно. Подрос. Конечно, надо его срочно пересадить. Емкости побольше. Новых ростков нет. Так. Двойных. Сколько тут? Сложно даже посчитать. Ну, давайте я сейчас пересажу в другие емкости и посмотрим, сколько у нас его получилось. Давайте один росточек при вас пересажу. Посмотрим, какой там корешок усеется. Если получится посмотреть. Так вот, видите, корни уже довольно большие. Вот я рассадил каркас. Емкости получились, правда, разнокалиберные, от мала до велика. Но ничего. Хотя, конечно, придется зиму всю зимовать сеянцем в этих емкостях. Ну, посмотрим, если вдруг будет активно расти, пересажу в более подходящее. Как будет расти, я уже буду снимать другое видео и вам покажу. А сейчас это видео я завершаю, и хочется сделать кое-какие выводы. При данном способе стратификации получилось полгода, да, даже больше. Смотрите, какой прекрасный результат. 12 я насчитал их.
Может, даже больше, там какой-то двойной или тройной даже есть. Из 16. Очень хорошо. Ну, а те, которые были в майонезной баночке, честно говоря, я их не помню, куда дел. Вообще про них не помню. Скорее всего, значит, они все-таки не взошли. Но дело, возможно, не в том, а просто я не дождался все-таки раз его нужно стратифицировать долго. Так что вполне возможно, что и в грунте сразу стратифицировать можно. Нужно будет отдельно потом еще раз провести эксперимент, потому что другие растения так чувствуют себя хорошо при стратификации сразу в грунте. Ну а стратификация в песке произошла успешно. Ну что ж, на этом я с вами не прощаюсь. Пожелаем нашим деревцам хорошего роста. Всем добра, до встречи.